История Анжелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» уже вошла во все чарты и списки лучшего детского чтения на русском языке. Это философская притча, которую написала итальянская писательница, о настоящих ценностях, о семье, о традициях, о том, что действительно важно. Дедушка посадил в день рождения своей дочери вишню, которая растет с каждым днем и охраняет счастье семьи. Пока мама и папа ссорятся и заняты своими делами, дома у дедушки и бабушки в деревне происходит настоящая счастливая жизнь, полная радостей, любви, понимания. Как жаль, когда уходит бабушка, как тоскует дедушка, как помогает ему внук. Книжку, наполненная светлой печалью и очень настоящими вещами, рекомендуемую для чтения не только детям, но и взрослым.